В августе Приморье столкнулось с наводнениями огромных масштабов. Власти региона и спасатели продолжают работу над устранением последствий тайфуна. Так, по словам жителей Дальнереченска, в последний раз такое большое количество осадков в городе фиксировали только в 1989 году. А сейчас существенные потопления наблюдаются на 4 улицах. 40 лет живу первый раз. Первый раз, да? Заходила, ну, метров 5-6. А это... Губернатор Приморья осмотрел наиболее потопленные участки города, указал на недостаточную работу местной администрации по оказанию помощи населению и распорядился доставить в муниципалитет гуманитарную помощь из краевого резерва. Спальники, питьевую воду, крупы, консервы. Здесь пока недостаточно хорошо налажена гуманитарная помощь по тем пострадавшим. Поэтому подправили эту ситуацию, указали непосредственно ответственным людям, тем, чтобы более внимательно относились и к социальным категориям, вот, то есть и к тем, кто проживает там. Также в Дальнереченске установят дополнительные насосные станции. С города мы направили уже дополнительно 4 передвижные насосные станции, вот, для того, чтобы 2 стало на Крупозаводской улице на дамбе, 2 стало там в районе Каменушки на дамбе. Мы побывали там, посмотрели. Вот, нам помощь оказывает сейчас предприятие, базирующееся здесь, Транснефть, она тоже выделяет насосы. А после схода воды оценочной комиссии приступит к своей работе и отправит пострадавшим все положенные выплаты. Анна Дьякова, новости на Восьмом.